секрет управления жизнью очень прост. Или секрет формирования жизни, создания своей жизни очень прост. Мы есть то, о чем мы думаем. На что направлено ваше внимание, то и будет в нашей жизни. То есть мы есть то, о чем мы думаем, а значит, секрет в том, чтобы думать позитивно, создавать, визуализировать. Если оно не произойдет, слава Богу. Но если оно произойдет, сам виноват.